Более 2500 обращений поступило от граждан депутатам различных уровней в рамках приемной недели, организованной региональным отделением «Единой России». Мероприятие было приурочено ко дню рождения партии. Сегодня, 1 декабря, она отмечает 16-летие. Встречи с депутатами проводились во всех приемных партии, как в Ярославле, так и в районах. Почти 40% из всех поступивших обращений удалось решить сразу, на месте. В первую очередь, это просьбы, связанные с лекарственным обеспечением. К слову, проверить состояние своего здоровья граждане могли прямо в партийных приемных. Здесь работали специалисты по профилактике различных заболеваний. Людям рассказывали об основах здорового питания и проводили диагностику. Впрочем, обращения касались не только темы здравоохранения. Вопросы, которые, значит, волнуют наших жителей, это вопросы капитального ремонта, жилищного строительства. Это ипотека. Жители Дзержинского района ко мне приходили на прием в основном вопросы строительства дорог и дворов. Движется, говорим, движемся, видим движение в этом году серьезно, но хотим еще больше. Да, я говорю, будет больше. В течение 5 лет будет серьезная программа по дорогам Ярославии. В общем-то, стараемся всем помочь, пишем запросы, звоним прямо по телефону тем или иным руководителям. Всегда находим отклик от любой структуры, либо государственной, либо федеральной, либо, значит, местной власти.